Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня будет такое видео, которого еще не было ни разу на моем канале. Это будет распаковка посылочки. Вот такой пакет. Прислали мне эту посылку на обзор с сайта wholesalebuying.com. Ссылочка на сайт и на все товары, которые я покажу, конечно же, будут внизу в описании под видео в инфобоксе. Если вам понравится, то переходите, смотрите, заказывайте. Итак, ни разу я никогда на камеру не распаковывала посылки, поэтому будет такой эффект неожиданности. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно вместе со мной открыть эту посылочку. Вот. На самом деле... Мне предоставляли определенную сумму, да, на которую я могу выбрать себе продукты, товары. Так, я отрезаю здесь все вот так запаковано. И что мы здесь видим? Видим мы здесь вот такую вот коробку. Вот. Из которой торчат туфли. Вы видите, как Почта России убила коробку. Это жесть. Ну, хотя, может быть, в такой коробке изначально это все и пришло, я не знаю, но, в общем, вот так. Вот, и достаю я оттуда вот такие туфельки. У меня уже был обзор заказа с этого сайта. Я там заказывала туфельки с бирюзовым таким. Но они мне были малы, я их маме отдала. Теперь я заказала на размер побольше. Взяла 40-й. У меня длина стопы, я мерила, 24,5. Вот, так что потом я эти туфельки померю. И в аннотации вставлю вот здесь вот ссылочку. Не ссылочку, а в общем, как они мне, подошли или нет. И в комментариях тоже, если... что отпишусь. Вот такие вот туфельки. В этот раз они с таким как бы зеленым. Но мне кажется, на лето под джинсы будет очень классно. Они вот такие узконосые, классические и сделаны под замшу. На самом деле сделаны они очень хорошо. Мне предыдущие очень понравились. Вот, поэтому я с удовольствием перезаказала. А того цвета не было, вот такого голубенького, я взяла... зеленые. Вот. Ну, тоже очень даже, по-моему, вполне приличные. Ну, хорошо, что они во время транспортировки особо не повредились. Вот. И остальное, что я заказала, это украшения. Заказывая с этого сайта, например, одежду или обувь, у вас будет платная доставка. Но вы не пугайтесь, посчитайте, прокалькулируйте доллары, умножьте на курс, да, в рублях. У меня с доставкой вот эти вот туфельки выходят примерно 700 рублей. Но согласитесь, что если вы пойдете на Алиэкспресс и с бесплатной доставкой, также вы эти туфельки там дешевле 700 рублей не закажете. Потому что везде и на Алиэкспресс, и на eBay, и где угодно, это все доставка заложена уже в стоимость. Никто бесплатно посылать ничего не будет. Вот, поэтому здесь вы считаете, как бы, если вас устраивает эта цена, то заказывайте смело и с платной доставкой. Вот, я посчитала, и, в принципе, вполне очень даже нормально за 700 рублей такие туфлишки. Супер, каблучок очень удобный у них. Вот, и еще, конечно же, чем больше габариты у вещи, чем она тяжелее. Например, если заказывать набор сумок, то у вас доставка выйдет больше по стоимости, даже чем этот набор сумок стоит. Поэтому вы прикидываете, как вам выгодно. Но на самом деле сайт очень хороший. Мне он очень понравился. Значит, пакет внутри вот такой вот, с пупырками. Все это я положу. Вот, и остальное, что я заказала, это я заказывала уже в разделе «Бесплатная доставка». Если вы вот так вот смотрите на монитор своего компьютера, то вот там, в правом верхнем углу, есть такая вот штучка «Free Shipping». Это бесплатная доставка. И там товары все представлены, которые с бесплатной доставки можно заказать. Что я и сделала. В общем, я заказала украшения.
Очень мне понравились украшения под серебро. Огромное количество там их. И сейчас давайте буду вам показывать. Я уже... Давай рассматривать все быстрее. Итак, первое. Это колечко. Колечко под серебро. Я заказала размер 8. 8 это у меня на безымянный палец. В общем, 18 сантиметров. Колечко подошло. Вот такое колечко в виде клевера, да, такие листики, и здесь камушек, маленький белый камушек. Вот. Сделано вполне очень даже неплохо. И очень смешная цена. Просто. Ну, в районе чуть ли не по 100 рублей. Классно. Так, колечко. Следующее. Еще колечко. Тоже восьмерка. Очень понравилось мне. Не знаю, что это за материал, но похоже как-то на какой-то оплавленный камень, что ли. Вот это кольцо, оно очень классно и дорого смотрится. Вот если пойти в какую-нибудь ювелирку, вполне. Посмотрите, какая красота. Какие формы интересные. Просто супер. У меня такого подобного ничего не было. И написано, что это покрытие серебро. Ну вот, восьмерка, очень даже. Супер. Под соответствующий маникюр будет очень классно. И с обратной стороны вот так вот оно тоненькое. Очень удобно. Очень здорово смотрится. Классное. Под это черное колечко я заказала сережки. Тоже с таким же покрытием. Пакетики. Ну, какие монетки интересные. Вот такие. Диаметр этих сережек примерно 1 сантиметр. Нет, 2. 2 сантиметра. На всякий случай потом тоже здесь напишу, хорошо? Вот. В общем, вот такие будут они смотреться вот так. Мне кажется, что мне пойдет. Я люблю всякие сережки, висюльки. Отличные. Здесь даже есть проба. Надушки. Вот, можно видеть, видите? Так, дальше. Очень давно засматривалась на такую вещицу на AliExpress. Ну, что-то как-то все, не доходили руки заказать. И здесь такая возможность представилась. Вот такая бумажка. Здесь написано Fashion Jewelry. Снимаем. И здесь идет вот такая цепочка. Цепочка уже немножечко как будто чуть потемневшая, но не проблема. Я такие вещи чищу зубной пастой обычной. Вот, например, свои сережки, которые я в прошлом году покупала на AliExpress. Я почистила в этом сезоне зубной пастой и просто супер. Вот, поэтому не пугайтесь, если у вас это изделие из стерлингового серебра. Если они будут немножечко темнеть, то чистите их зубной пастой или зубным порошком. Вот, в общем, это вот такая цепочка. Посмотрите, пожалуйста, плетение. На мой взгляд, очень даже классное. И вот такой вот тоже листик клевера. И камни. Это хрусталь, скорее всего. Хотя там, по-моему, было написано, что это цирконий. Вот, но я думаю, что это хрусталь. Вот один, правда, лепесточек немножечко, вот видите, можно видеть, немножечко кривовато приклеен. Но я думаю, что это не будет так сильно заметно. Ну, вещица классная. Под соответствующий наряд будет очень здорово. Даже в руках просто держать ее приятно очень. Вот, и второй. Здесь идут камушки двух цветов. Зеленый и белые стразики. А здесь просто серебро, металл.
Вот, ну, сделано, в принципе, очень аккуратно, только что вот тут вот чуть-чуть кривовато вот это вот приклеено. И здесь есть дополнительная вот такая вот цепочка. Вот, и так, еще одно колечко, тоже с таким же покрытием, чем-то похоже немножечко на первое. Это вот такое колечко. Вот, черный цветочек. И внутри беленький камушек. Тоже стерлинговое серебро, тоже восьмерка. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вот это вообще милейшее просто. Оно вот такое причем, видите? Сейчас покажу. Вот. То есть лепестки подняты вверх. То есть можно немножечко зацепляться, но, в принципе, если аккуратно носить, то ничего и не будет зацепляться. Тоже вот под эти сережки будет очень мило и классно. Да и просто даже вот так с чем-то. Супер. Мне очень нравится. Я долго выбирала. У меня еще в хотелках там кучу всего осталось. И последняя вообще просто мега драгоценность. Тоже давно я глаз положила на это украшение. Вы знаете, что я обожаю сов. Я просто безумный сова-маньяк. Я заказала себе просто реально вот драгоценную такую вещь. Это вот такая сова. Видите, здесь камень. Вот такой. Вот он прям блестит. Камень. Сейчас поближе поднесу. Вот, покажу. Вот у меня там люстра. В общем, вот так выглядит камень. Цвета шампанского. Это вот такая совушка классненькая. Цвета шампанского, и в глазках у нее камушки, и по кругу идут вот. Вот. По кругу идут тоже стразики. Она большая. Сейчас вам на ладонь положу. Вот. Большая. И цепочка прямо такая, знаете, добротная. Все это идет цвета розовое золото. На самом деле, может быть, как бы показаться от лампы моей, что это серебро, но нет, это цвета розовое золото. Я еще вот эту вот совушку, наверное, выложу в Инстаграм, щелкну, посмотрите получше фото. Ссылочка на мой Инстаграм будет тоже под видео. Вот, в общем, вот такие вот у меня радости приехали. Спасибо огромное сайту wholesalebuying.com за предоставленные товары. С удовольствием сделала обзор, получила все это. Очень классные. Вам спасибо, что посмотрели мой обзор. Я надеюсь, что вам было интересно. Если что-то понравилось, переходите по ссылочкам, заказывайте, смотрите. Если будут вопросы какие-то, то пишите внизу под видео. Я обязательно на них отвечу. Задавайте вопросы, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока-пока!